Ну, мне задали вопрос непосредственно о подготовке нашей команды. Как подготовить, чтобы команда выиграла чемпионат Украины? Вы знаете, здесь много аспектов. Ну, безусловно, конечно, надо тренироваться. Вот, надо тренироваться, но вы подумаете, что это очевидно. На самом деле очень непросто в таком возрасте провести, допустим, 10-14 тренировок в неделю и выложиться на них полностью. Естественно, спортсмен устает, какие-то тренировки приходят, уставший, не может выполнить тот объем работы или хочется ему отдохнуть. И здесь именно задача тренера состояла в том, чтобы, ну, смотивировать игрока, чтобы он смог все-таки выполнить те упражнения, те задания где-то на фоне усталости. Потом, конечно, у нас были выходные, отдыхи, восстановление. Вот. Готовились мы немножко, ну, по-разному. Все-таки в команде Днепропетровской области, ну, в основном составе, скажем так, три человека, три спортсмена. И, соответственно, я курировал одного спортсмена, Ригатун Олег. Петух Назар готовился на сборах в Киеве, сборах сборной. Вот. Ну, и он приехал и немножечко подготовился в Днепре, и потом, ну, основная подготовка была заложена в Киеве. А вот и Юнусов, алиас Фардах, такое имя, готовился тоже в Днепре, но у тренеров Коркина Сергея Жаныча и у Лопатнюка Артура Николаевича. То есть именно они подготовили этого спортсмена, и, ну, и они как раз там последние тренировки проводили с Назаром Петухом. То есть помимо практической составляющей, то, что на столе ты стоишь, играешь, очень важное внимание, ну, я уделял на этом чемпионате, это психологической подготовке. Потому что, когда играешь полуфинальные, финальные встречи, ответственность очень сильно давит, надо выиграть. Идет очень сильный, называемый так, теннисный зажим, нервы. И подготовка уже начинается на тренировках, что ты моделируешь ситуацию, вот полуфинал, финал, как ты себя чувствуешь. Сначала там у игрока ёкает сердце, но затем он постепенно адаптируется и уже нормально воспринимает то, что он вышел в финал и играет за первое место. Ну, нету такого. И когда мы выиграли первое место, ну, это такой был заслуженный приз, потому что мы готовились на первое место. Ну, я настраивал ребят, никаких других мест. И поэтому это не было, ну, как бы не было такого желания, как будто ты кусаешь какой-то кусок пирога, который не можешь проглотить, и тебе так волнительно. Ничего подобного не было. Ключевым фактором, почему я вот отмечал хорошее выступление Петуха Назара, на сборах сборной он получил вот необходимый игровой опыт. То есть он поиграл сам с одним из самых сильных ребят в Украине по юниорам. Это 17-летние, 18-летние ребята. И, соответственно, поиграв с ними, он обрел необходимый опыт, который вот он применил здесь среди 15-летних. Вот. И вот эта его уверенность и помогла ему выиграть. Ну, не какие-то там технические элементы, потому что он, ну, не было такого прям супер превосходства в технике в матче с Киевом или с Одессой, но именно его спокойствие, хладнокровие, и в решающие моменты он допустил меньше ошибок. Я считаю, что именно как раз вот набрался опыта именно, ну, на сборах сборной в игре с теми ребятами. Вот. Поэтому, как видите, многогранная подготовка была команды. И за этой победой, за этими, скажем так, 5 часами игры, которые были в зале, стояли, ну, все-таки месяцы подготовки. Ну, просто так первые места не выигрываются.